ловушку. Еще не поздно. Просто развернись и уходи. Я с тобой. Опусти оружие, все в порядке. Я с... тоже здесь. Так что береги спину, когда приедешь. Кое-кто из твоих старых приятелей тоже здесь. Так что береги спину. Прежде чем уйти, загляни ко мне. Я заплатил твоему дружку-лейтенанту кучу денег, чтобы мы могли поговорить. Наш разговор получается очень дорогим. Не знаю, слышал ли ты, но в аэропорту был переполох. Перестрелка, как в американских вестернах. Эти люди хотят свозить меня туда, чтобы я все увидел собственными глазами. Или, может быть, они хотят меня убить, кто знает. Если дела пойдут совсем туго, я смогу тебя вызвать. Больше мне никто не поможет. Я должен знать, что могу рассчитывать на тебя. Иначе я не смогу заставить себя сесть в их машину. Мне все труднее просто стоять в сторонке, записывать происходящее в блокнот и думать, что это может хоть что-то изменить. Иногда я мечтаю оказаться на твоем месте. Эй, друг, сюда. Скоро увидимся и, надеюсь, в более приятной обстановке.
Рад тебя видеть. Как дела? Правду говоришь, что ты мучишь людей в СНС, да? Хорошо, потому что нужно сделать то же самое и в АФОД. У меня есть план. Я собираюсь избавиться от Вурхиса и Конкараша. Тогда им придется поставить меня главным. Но сначала нужно найти исполнителя. Согласен? Это будет довольно просто. Они отправились в разведку на эту алмазную шахту. То есть ты выходишь, бах-бах, и дело сделано. Я тебе заплачу. Лучших условий тебе сегодня никто не предложит, братишка. Когда закончишь, встретимся в штабе. Я буду там, будь уверен. Хорошо. Просто позаботься об этих двух мешках с дерьмом, ладно? Это было. Что? Давай-ка проверим. Что случилось? Нужно идти. Боже мой! Слушай, ты! Я тебя видел! Ты ничто! Останешь еще хуже! Выходи давай, кусок дерьма! Давай, скотина! Хватит! Умри, как мужчина! Думаешь, так легко вывернешься? Давай поможем там! Что у тебя пошли? Эки дом фарс! Помсе танкбай! Сегодня ты ни в кого не выстрелишь. Ты справился? Стой, погоди, не меня! Лучше убей командора, подлец! Он ударит тебе в спину. Если хочешь, можешь застрелить его прямо в кабинете. Я прикажу солдатам смотреть в другую сторону. Убей его! Баба, ты стой лицом к лицу, а уж я о тебе позабочусь. Хорошо, все отлично. Ранений нет, ни ссадины, все хорошо, оружие чистое, патроны есть. Всего-то один гнил остался, он меня не достал. Все хорошо. Вот так я справлюсь. Да, да, ты сможешь. Голову держи прямо. Черт возьми, прямо. Он же всего один, правда? Ну, а если два? Двое парней. Нет, нет, это Рубас. Он один. Я сейчас в аэропорту. Нет, один. Они собрали всех журналистов. Да они говорят, что собираются нас выслать из страны. Выходи. Или того хуже. Пожалуйста, если ты можешь добраться сюда, прости, что прошу об этом, но у меня сейчас нет другого выхода. Счастливый, блин. Любите. Ладно, ладно. Ты слышал? Пора умирать, ублюдок! Эй! Так, верно. Сдавай мне оружие.
же сказал, я голоден. Неси жратву живо. Спасибо, что пришел. Не могу поверить, что это случилось. Хотя, конечно, могу. Меня уже высылали из разных стран. Обычно после этого военные очень грубо обходились с мирным населением. Ставки больше не принимаются. Твоя война подошла к концу. Это наш последний разговор. Я собираюсь отплатить тебе за помощь. Я могу предложить только одну валюту. Информацию. Вот она. СНС и АФОТ объявили о перемирии. Думаешь, наконец-то? Но это плохие новости для нас. Они объединили силы. Их первоочередная задача – подавить бунт. Ты знаешь, о чем я? В старой тюрьме сейчас происходит восстание. За ним стоит шакал. Я в этом уверен. Теперь каждый должен выбрать, на чьей он стороне. Это и ко мне относится. Нам сказали, что мы можем уехать, но я решил остаться. Это моя последняя война, что бы ни случилось. Я африканец. Это мой дом. Я должен что-то сделать. Это для моей семьи, для жены Микелы и моей дочурки. Если со мной что-то случится, пожалуйста, передайте это им. Адрес там, внутри. Найди шанс, если сможешь. И береги себя.
сюда. Пока все хорошо. Гражданские ушли. Большинство из них уже перешли границу. Целая страна вот-вот исчезнет. Мы не можем сделать работу, пока не здесь. Чтобы победить эту заразу, нужно ее изолировать. Мне нужно от тебя две вещи. Во-первых, в километре на восток отсюда есть посадочная площадка. Там сейчас сидит торговец оружием с полным портфелем алмазов и ждет вертолета. Это мои алмазы. Они нужны мне для пограничников. Добудь мне этот портфель, понял? Во-вторых, есть еще СНС и фронт. Во главе у них новые люди, которых поставил ты. Теперь они заодно строят свои чертовы планы. Они ведь знают тебя, не так ли? Можешь войти прямо в их лагерь, и они тебя впустят, так? Когда ты войдешь, ты можешь убить их обоих. Любым способом, который тебе по нраву. Люди на родине говорят, что хотят помочь. Я это каждый день слышу по радио, читаю в газетах. Но они лгут. Они не готовы сделать то, что нужно. Они способны лишь стоять в сторонке, строя из себя благодетелей. Мы с тобой нашли способ. Встречаемся на границе. Только ты можешь справиться. Я тоже залезу.
Ты заметил? А? Ты что-то видел? Проблема. Хочешь тушить среди них пожар? Надо мне с кем-то поменяться. Осторожно, осторожно! Чёрт, чтоб тебя!
Смотри, алмазы у меня. А, вот и ты. Какое совпадение. Теперь все отлично. Отлично? Ты теряешь время, пристрели его. Эй, спокойно. Здесь никто не собирается глупить. Мы договорились, о нем речи не было. Прости. Пошел ты!